В дипломатии есть много различных, так скажем, степеней или уровней стратегического партнерства. Есть стратегическое взаимодействие и всеобъемлющее партнерство, есть всепогодное стратегическое партнерство, есть всеобъемлющее стратегическое партнерство. Но термин «вечное всестороннее стратегическое партнерство» он характерен только для казахстанско-китайских отношений. Ни у Казахстана, ни у Китая с какими-либо другими странами нет такого уровня отношений. Это говорит о том, что мы близкие соседи, мы заинтересованы в том, чтобы наши отношения были дружеские, добрососедские, стабильные, предсказуемые. И в 2019 году, когда эти отношения были установлены, главы государств договорились о том, что Казахстан и Китай в дальнейшем будут развивать добрососедство, дружбу. И мы на самом деле сейчас видим, насколько активно развиваются наши взаимоотношения. В этом, конечно, огромную роль играет дипломатия глав государств. Надо отдать этому должное. Главы наших двух государств, они ровесники, люди одного поколения, одного возраста, поэтому они очень легко находят точки соприкосновения, они сразу понимают друг друга, беседы между ними, переговоры проходят всегда в дружеской, хорошей атмосфере, что закладывает хорошую основу для